На самом деле изменения, конечно же, видны. Как говорят в филармонии, начались созидательные работы. Все, что можно было разрушить, уже разрушено. Но дел все равно еще очень много. Зал по-прежнему стоит без крыши, перекрытие только начали монтировать. Периодически проявляются какие-то старые недочеты, которые приходится исправлять. Дожди не дают работать в том темпе, в котором бы хотелось и сотрудникам филармонии, и руководству области, да и самим строителям, перед которыми при таком огромном объеме работы поставили достаточно жесткие сроки сдать филармонию к 15 декабря. Куда нам деваться? Успеем, успеем. Все будет хорошо сделано? Не, ну а как же, конечно, вы видите, то есть мы не стоим на том, где можно упустить, а давайте так, что-то не так. Мы находим решение, то есть работаем где-то с листа. После реконструкции в Саратове появится концертный зал с современным оборудованием. В новой филармонии будет мест больше, чем в старой. Кроме того, появится еще один малый концертный зал. Конечно же, хотелось бы, чтобы филармонию сдали тогда, когда она будет готова, а не к очередному празднику.